Приветствую тебя, дорогой зритель канала Заграчики Обзоры. Сегодня на обзоре радиоприемник Retecas V112. Мини-цифровое радио, FM-радио, у которого нет внешнего динамика. Очень тонкий корпус, встроенный аккумулятор. И давайте детально в обзоре расскажу свои впечатления, что входит в комплект. Начинаем. Цена данного радиоприемника $13.98. Ссылку оставляю как в описании, так и здесь в закрепленных подсказках, чтобы вы смогли сразу перейти и ознакомиться с более детальными характеристиками, а также отзывами, так как отзывов здесь уже на данный момент 46, и мы добавим свой. Бренд Retecas нам не чужой, мы уже тоже не один год ими пользуемся. Радиоприемниками от этого бренда есть Retecas TR-105. Это модель, которая поддерживает даже авиационную частоту приема. Да, ребята, мощный. Я тут еще самоделку доделал, аккумулятор отдельно 18650. Обзор можно посмотреть здесь, в плейлисте, как и на эту модельку для такого себе рюкзачка для выживания. Вот такая вот модель. Очень тоже здоровски работает, громкий динамик. Обе модели с динамиками и обзоры в этом плейлисте. У нас же модель без динамика. Давайте сначала посмотрим, что идет в комплекте. Упаковка выполнена из картона. Внутри находится дополнительная еще упаковка. Здесь находится само радио. В комплекте с радио идет шнур для того, чтобы можно носить в руках или же просто подцепить на шею. И у него съемный карабинчик такой. То есть можно отцепить и пользоваться. Кабель для зарядки USB на micro-USB. Далее, конечно же, идут в комплекте наушники. Наушники обычные, и они выполняют функцию антенны. Также есть инструкция. В инструкции русского языка нет, но я вас познакомлю с основными характеристиками. Часть из них указаны сразу на упаковке, а часть характеристик касательно частот приема в мегагерцах указаны здесь в инструкции. Модель обладает 1,5-дюймовым ЖК-дисплеем без подсветки. Имеет 31 уровень громкости, это максимальная. Есть автоматический, а также ручной поиск радиостанций. Имеется 58 ячеек для радиостанции, по 29 для каждого диапазона. То есть на FM 29 и на AM. Именно столько здесь диапазонов AM и FM, и на самом радиоприемнике об этом тоже явно свидетельствует надпись под экраном. Ну и, конечно, здесь стереорадио. Прием отличного качества, и по отзывам дальше о приеме мы поговорим. Встроенный аккумулятор. Я его проверил на встроенную емкость, и по тестам он составил, по-моему, 520 мА. И в режиме работы на максимальной громкости выдал 12 часов. Это очень хорошие показатели. Это на максимальной. Но не все слушают на максимальной в наушнике. Если поставить средний для фонового поддержания музыки, то может проработать и, я думаю, до 20 часов. Если слушать радио одновременно во время зарядки, то никакого постороннего шума нет. Подключаем зарядку. Идет заряд, и здесь появилась индикация на дисплее. Музыка продолжает играть, прием радиостанции. И есть еще одна особенность, о которой вы должны знать. Если установить уровень громкости на 0, я ничего сейчас не слышу, но есть такой посторонний фоновый шум, назовем его как шум моря. Если же добавить единичку, появилось звучание радиостанции, и этот шум никуда не пропадает. На этот шум перестаешь обращать внимание на отметке 6-7 по громкости. Если же выше, то уже его не слышно, только звук радиостанции. Сейчас один наушник я подношу к микрофону максимально близко. И вот десяточка стоит. Из 31 десятка. Теперь добавляю. Максимальной громкости на 31 это очень много. Я обычно слушал, ну, примерно вот на
16-18. Этого достаточно. Правда, зависит от того, в какой обстановке вы находитесь. Теперь давайте рассмотрим его внешний вид. Отключаем его. Сверху у нас располагается гнездо для наушников, гнездо для зарядки microUSB и сбоку ушко для того, чтобы подцепить шнурок. С обратной стороны видно два отчетливо шурупа. Здесь серийный номер и информация о зарядке. На торцах радиоприемника никаких кнопок нету. Они располагаются только под экраном. Экран укрыт пластиковым толстым стеклом. Сверху наклеена защитная пленка. Обратите внимание, что здесь визуально 8 кнопок, но одна спарена, 9-я вместе с 8-й, это кнопка громкости. Некоторые кнопки обладают двойными функциями. Например, кнопка питания. Например, когда радио полностью выключено, то вы можете включить таймер отключения. 90 минут. Вам нужно прикоснуться и выставить нужный вам таймер отключения. Например, вы засыпаете 10 минут, значит ложитесь спать, через 10 минут радиоприемник отключится. Вверху появилось изображение кроватки. Рядом индикация аккумулятора, какой диапазон и какая частота. Еще одна функция по кнопке питания – это отключение звука, то есть режим mute. Нажимаем и появляется полная тишина. Зачеркнуть динамик. Экран без подсветки, кнопки тоже, поэтому в ночное время только нужно подсвечивать смартфоном или же отражение, так сказать, от звездного неба, если вы на улице. Если выключить, то нажать и удерживать. Далее включаем. Обнулилась уже информация касательно режима сна. Теперь по громкости понятно. Вверх-вниз по одному диапазону скачок. Вверху это переключение по диапазону. Если же вам необходимо переключить диапазон, то здесь AM/FM. Переключили, диапазон переключился. Обратите внимание, что здесь есть еще одна функция. Это автосканирование. Например, я нажимаю сейчас в режиме FM. Старт с 64 идет, кстати. И сканирую. Все, пошло сканирование. И обратите внимание, все радиоволны, которые находит он, радиостанции, он запоминает их в память. Можно также самостоятельно добавить в память. Например, я хочу сохранить 68.2 в память. Я нажимаю на ячейку «Память» один раз и теперь нажимаю «Сохранить». Она добавлена в память. Выбираю теперь диапазон 68.3, «Добавить в память», «Сохранена». И так далее. Теперь по диапазону я могу переключаться этими кнопками, которые здесь еще не сказал вам. M1, то есть Memory 1 и Memory Plus. И здесь у нас есть еще изображение замка. Это значит, что можно блокировать кнопки, чтобы в кармане не нажалось. Нажали и держите. Появился замочек. Все, настройки все мы изучили. Теперь мой отзыв. Так как я сам сейчас нахожусь уже не у себя дома с семьей, а эвакуировались в связи с тем, что в Украине война, мы проживаем в городе Винница, и здесь отличный прием. Радиостанции местные в любой точке дома, улицы, города ловят отлично. То есть это точно городское радио, компактное, маленькое. Но если взять уже вдали от города, то есть там, где на расстоянии приблизительно 30 километров, согласно тому, что я успел прочитать по отзывам других пользователей, то уже, конечно, начинает страдать качество. Только мощные радиостанции добивают, и он их принимает. То есть получается, что в сельской местности, за городом, на дачах этот приемник будет хорошо работать на улице, в помещении уже не так будет хорошо работать, но, тем не менее, какую-то радиостанцию да и будет принимать. По звуку, звук качественный, хороший, стерео, хорошая комплектация, имеется все нужное с упаковки. Я однозначно рекомендую, ссылку оставляю в описании. Ставьте лайк за труды, до встречи в новых видеопроектах, друзья. Всем спасибо, будут вопросы, пишите, задавайте. Ну а кому нужен этот товар после обзора, так как я его продаю, и вы проживаете в Украине, то пишите, я с вами свяжусь. Всем спасибо, пока.